первый матч в 2023 году, вообще, насколько было важно победить, с каким настроем сегодня выходили? Конечно, важно. Сегодня праздничный день, как бы народа много пришло на эту игру, и, в принципе, хорошо начинать с победы этот год, и дай бог, что так надолго дальше. В конце уже доигрывали с минимальным просто обоймой защитников. Насколько тяжело было последние 5-7 минут команде? Ну, старались играть очень коротко, не переигрывали смены и тем самым не давали себе задохнуться, и так и довели. А вы не пропустили ни одного матча в этом году. В чем секрет в вашем возрасте? Питание, отдельный подход к тренировкам. В чем залог успеха? Не знаю. Нет, залог успеха, даже не могу сказать. Работа, еще раз работа, и, как вы перечислили, и питание, и вот так как в этом году очень много игр, я думаю, не только возрастным игрокам нужно и всем игрокам уделить этому внимание большое. Так что сезон длинный, как марафон, и нужно готовиться каждый день.